Что ж, посмотрим, что у нас изменилось. Новые исследования появились, поэтому все должно быть круто. Так, журнал Статмана, запись 2299, изучал аномальную сферу над кристаллом. Очевидно, это источники энергии, но какая-то сила надежно сдерживает поле. Кристалл при этом неведомым мне способом медленно черпает из этого поля энергию. Открытие. Для хранения энергии кристалла используется вовсе не модель воронки. Раньше процесс протекал настолько быстро, что отследить это было невозможно. Внезапно скорость передачи снизилась, и сенсоры смогли зафиксировать процесс. Каждый раз, когда мне кажется, что я в тупике, что-то происходит, я двигаюсь дальше. Может, кристалл помогает мне? Пожалуй, я заработался. Пойду-ка лучше порублюсь в Lost Viking. Журнал Статмана, запись 2297. У образца сформировался орган зрения. Что дальше? Конечности. При регенерации клетки наблюдается дихотомия. В клетках типа А постоянно происходят случайные мутации. Клетки Б тем временем стараются нейтрализовать их. Борьба за выживание на клеточном уровне. Я поместил соскоб образца в электрическое поле. Результаты любопытны. В электрическом поле ткань зергов стала удивительно прочной, сохранив гибкость. Этот материал можно использовать для укрепления старых транспортников типа Геркулес. Свон будет этому рад. Жаль времени на переработку. Жаль времени на работу и над электрическим полем. И над сверхпрочной материей, скорее всего, не хватит. Ну, как-то так, да. Ладно, посмотрим, что у нас появилось новенького. Геркулес, но, думаю, хищник. Хотя хищниками я не так сильно пользуюсь. Так. Разработать. Здесь, опять же, я говорил сразу, что я разработаю. Все, шикос. Я знаю, о чем вы хотите спросить, док. Да, со мной все в порядке. Точно? Вы смотрели на это протосское устройство много часов, не отводя взгляда? Раз уж вы об этом заговорили, мне бы точно не помешал стаканчик другой. Может быть, после этого я пойму, в чем дело. Что вы увидели, Джим? Один мой старинный друг выяснил, что скоро наступит конец света. Ну что ж, здесь можно еще раз нажать на кристалл, а можно пойти куда-нибудь еще. Сколько времени я провел в лаборатории? Вы отсутствовали несколько часов, сэр. Неужели все это время вы были там? Я заглянул в кристалл Ихан, который дал мне Зератул. Готов поклясться, это продолжалось всего пару минут. Зератул искал пророчество Зелнага о конце света. Я должен узнать, что произошло дальше. Кстати, мы не поговорили с Мэттом буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому знаете, что я сделаю? Я, наверное, сделаю вот так вот. Бабамс, сохранение, например, вот такое. И сейчас вы услышите тот диалог, который мы пропустили. Хотя, кто меня знает, может, я уже вставил это в прошлую серию, уж не помню. Ладно, разберемся с этим как-нибудь потом. Смена почти закончилась. Пропущу стаканчик, прикорну на часок, потом еще немного заправлюсь и снова к станку. Ну и ладно. Так. На базе доступно. О, мулы. Вот это мне надо будет. И то. Ну, на самом деле полезно и то, но в первую очередь мулы. В первую очередь мулы. Так, на мостик. Что мне доступно на мостике? Гавань, ну блин, не хочу я пока гавань проходить. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на территории. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале
состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Мянгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Ладно, я примерно понял, где чё кого. Давайте мы с вами все-таки зайдем в лабораторию, пройдем сначала миссии Заратула, после этого уже перейдем куда-нибудь дальше. Я думаю, это будет логично. Я собрал небольшой отряд союзников и прибыл на Закул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Итак, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания. Только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. Какой молодец, спасибо. Естественно, мне не хватает минералов, я тут же их потратил фактически. Немножко поиграть за процессов, почему нет? Могущественные хранители заточены где-то неподалеку. Мы должны найти их. Хорошо. Так. Посмотрим, что у нас еще есть. Угу, вот они заточены. Здесь остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе. Вот ты негодяй-то какой, а? Высшей силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы. Гибрид Протоса и Зерга. Как омерзительно. Кто создал это чудовище? Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы.
Будет тяжко. Ладно, справимся как-нибудь. Нам ж не в первый раз. Так. Не хватает минералов. Эти знания запретны. Я здесь. Чё, к нам что ли идешь? Чувак, погоди, не-не-не, я не готов. Мочи, гада! А, может, ты готов? Ну, блин. С каждым разом будет сильнее же. Питается жизненной силой хранителей. Нужно освободить их, пока не поздно. Что ты предложишь? Вы не властны над судьбой. Смиритесь с безысходностью. Жизнь за Айю. Так. Святилище. Встань. Если восстановить энергоснабжение, оно принесет нам неоценимую пользу. Я не буду слушать. База атакована. Не стану бегать в прятки со смертью. Вот гады-то, а. Не хватает минералов. Мы едины с тенью. Надо что-то с этим делать. Это ваш последний день. Я через низ, через верх, через верх, через низ. Чистим это место от зла. Мы ждем твоих приказов. Среди теней. Это лишь временное препятствие. Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы. Так. Завод робототехники. Это строение принесет нам немалую пользу. Запретное знание останется в тайне. Холодно.
Угу. Что ты? Я вернулся, чтобы служить. Ну же, люлей ему будет и чуть проще дать. Прими мою благодарность, могучий воин. Более, что он на базу сейчас пойдет. Пустота холодна. Одни дарки там что стоят? Я сер. Вам не уничтожить меня. Я восстану вновь. Да выставай, только отстань от нас. Не хватает минералов. База атакована. Ради вас, мои навыки. Жизнь за Ай. Тебе. Я забвение. Так, он сейчас на какой опять пойдет? Никто не устоит перед ним. Выхожу из тени. Не хватает минералов. Сюда идем, да? Заманчиво. Мы крадущиеся тени. Я не буду служить тебе вечно. Он хитрожопый-то, а? База атакована. Я вернусь, когда восстановлю силы. И понизу, и поверху, везде, короче. Так, двоих вот этих, и, наверное, я... Не хватает минералов. Как-то вот так. Ваши усилия тщетны. Вам не на что надеяться. Пошли его встречать, короче, надоело сидеть на базе. Тем более у меня уже два иммортала, по сути. Ну, люлей дадим. Угу. А он, короче, взял, пустота, пошел в другую сторону. Красавчик. Холодна. Пустота ненасытна. Я голос затмения. База атакована. Будь мои навыки, что ты предложишь. Я. Мы едины. Настало. Наслаждайся своей ничтожной победой, пока можешь. Война еще не окончена. И мы едины с тем. Жизнь за Айю. Дом, я пустота. Я понял, что у меня здесь косяк. Мне нечем воздух убивать. Что ты предлог? Это косячно. Запретное знание останется в тайне. Мои навыки. Я здесь, среди теней. Так. Выхожу из тени. Не хватает минералов. База атакована. Хасар де Кемплари. Будь я. Я здесь, среди теней. Что-то он стал как-то жестким. Я здесь. Среди теней. Ну-ка, пойдем сразу уже туда.
здесь, среди теней. Будь по-твоему. Это ваш последний день. Мы едины, пустота, холод война. Месторождение минералов. Тебе. Не хватает минералов. Я не буду служить тебе вечно. Заманчиво. Я голос, я. Так, возвращаемся. Тихонько давать ему люлей. Мы крадущиеся тени. Я здесь, среди теней. Пустота. Мы едины. Мои навыки. Так. Месторождение минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Будь по-твоему. Хорошо. Так, где у меня там одна пробка? Я здесь. Месторождение минералов истощено. Что ты предложишь? Запретное знание останется в тайне. Я здесь, среди теней. Заброшенный архив тамплиеров. Ради возьми, я голос затмения. Я здесь, среди теней. Мы крадущиеся тени. Я не стоять. Буду служить тебе вечно. Вераку. Почему он то пушки взрывает одним выстрелом, то, блин, нет. Все, пора на центр. Очень разумно. Близится наше освобождение. Шариков можно было бы сделать, конечно. Приготовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. Мы сосредоточены. Месторождение минералов. Я здесь, среди теней. Что нужно сделать? Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Бежим. Наши помыслы неразделимы. Я здесь, среди теней. Крадущиеся тени. Надо его убить. Если он будет здесь, мне люлей наставит. Я сердце тьмы. Я голос затмения. Я не буду служить тебе вечно. Заманчиво. Что ты предложишь? Месторождение минералов истощено. Хорошо. Ради вас. Ауч. Мы. Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Своя Вераку. Как-то мало нас осталось, слишком долго я сидел на базе. База атакована. Я сердце тьмы. Надо отжираться немножечко и выходить в последнюю атаку. Пустота,
холодна. Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно. Жизнь за Айю! Вераку. Ради возмездия мои навыки пригодятся тебе. Что ты предложишь? Я не буду служить тебе вечно. Пусто. Жизнь за Айюр! Да ты шутишь, мать твою за ногу. Мои навыки пригодятся тебе. Мы едины с тенью. Хасар де Кемплай. Я здесь, среди теней. Ради возмездия. Конечно, вообще не устраивает, что он так сделал, но окей. Я, сердце, мы едины с тенью. Все-таки попал в мою ловушку, так или иначе. Не хватает минералов. Я здесь. Не хватает минералов. Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Пустота холодна. Шо, я тебя понял, чувак. Я. Ну ладно, он серьезно опять уничтожил этот пайлончик. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Жизнь за Ай! Так, хорошо. Не хватает минералов. Что ты предложишь? Я голос затмения. Я сердце тьмы. Ну опять будет через эту же сторону идти. Ну, проще же на войска чисто копить, да и все. Мы едины с тенью. Я не буду служить. Мои навыки пустота. Что ты предложишь? Чтобы служить. Ну, говорю же, ну видите, через одну сторону все время ходит теперь. Мы един. Не хватает минералов. Заманчиво. Ой, зря он туда прыгнул. Ха-ха, лошара. Я буду служить тебе вечно. Что ты предложишь? Я вернулся, чтобы служить. Не хватает минералов.
хорошо. Ну что ж, попробуем еще раз. Очень разумно. Я сердце тьмы. Ради возмездия. Не хватает минералов. Жизнь за Айур. Я вернулся, чтобы служить. Забвение грядет. Никто не устоит. Посмотрим, как мы с ним справимся как раз. Четыре морды Имморталла. Куча зелков. Место рождения минералов. И как раз пойдем в атаку. Жизнь за Айур. Я здесь, среди теней. Все, бегом. Нет времени ждать, потому что он сейчас будет нападать. Голос, пустота, холод. Мои навыки пригодятся тебе. Очень разумно. Холодна. Ярость. Холодно. Я не буду служить. Забвение грядет. Никто не устоит. Ну-ка. Ложишь. Все подвластно смерти. Я сердце тьмы. Пригодятся тебе пустота. Так, освобождаем быстренько. Души хранителей заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. База атакована. Не. Сашакурас, будь под... Что ты предложишь? Твоя память открыла нам фрагменты пророчества, Зератул. Мы попробуем собрать их воедино и расшифровать. Цикл близится к завершению. Зюнага, создавший звезды, уничтожит свои творения. Но падший спасется. И тень падет на пустоту. Вначале был великий пожиратель. В конце же будет кромешная тьма. Великий пожиратель, должно быть, имеется в виду сверхразум зергов. Какова была его роль в судьбе Вселенной? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум. На нашу прародину. На Айур. Прикольно. Так, уничтожить всех процессов заданий т-т-т-т-т на уровень сложности боец. Меньше, чем за 25 минут. Короче, ладно, всем спасибо, всем за внимание, в общем-то, всем удачи, всем пока-шечки.